Итак, воздух дает человеку концентрацию, энергичность, работоспособность, хорошую сосредоточенность, мышление хорошее, силу человеческую дает воздух, энергия воздуха, силу дает человеку. Деревья дают спокойствие, терпение и так далее. Видите, это вся природа соткана из энергии, и вот эти энергии дают здоровье человеку. Здоровье – это правильное функционирование энергии в организме. И эта энергия называется прана или счастье, идущее от природы. Теперь, когда человек имеет энергию, хорошо функционируемую, идущую от людей, он любит людей, вот природу любишь, значит, получаешь от природы энергию. Вот я, допустим, вышел на улицу, но я думаю о чем? О чем-то другом. Я не радуюсь свежему воздуху, не радуюсь птицам, деревьям, то я не получу природы. Через любовь получается. Гармония нужна. Нужно включиться в природу. Не включился, не получил. То же самое, когда ты... Ну, то есть, понимаете, вот большинство людей разряжены. Вот если у вас не хватает работоспособности, у вас нет сил, вы чувствуете, плохо спите, у вас напряжение внутри, у вас плохое пищеварение, если у вас как бы... плохая концентрация, это значит, вам просто не хватает энергии природы. Нет других причин, не надо искать это, ничего больше. Просто вы недостаточно двигаетесь на свежем воздухе. Все. Понимаете? Вот все эти вещи со здоровьем происходят из-за этого. Потом это в болезни превращается уже.